Так, сегодня у нас 9 марта, 14 год. И у нас готовится митинг возле памятника Шевченко в поддержку. Против. Вот, против агрессии российской в Крыму. А это митинг, я так понимаю, про российских как раз настроенных людей, или не знаю, просто каких-то людей, будем потом выяснять. Сейчас где-то 12 часов по Киеву. Привет, сейчас, Вов. Значит, 9 марта, 14 год, Харьков. Митинг против агрессии Путина в Крыму, в Украине. Где-то 12 с мелочью по Киеву. Волів, щоб гадині дісталась Катерина, аніж москалеві. Щоб зарізав батько сина зрадника, аніж продав у різницю москалеві. Коли будуть свої слови вам закидати нетолерацію, ненависництво. І проти вторження Путіна в Крим і в Україну. Частині Майдану. Прошу, там сцена. Давайте доєднаємося. Як роса на сонці Thank you.
так. Харьков, 9 марта 2014 год, 200 лет со дня рождения Шевченко, и митинг против интервенции России в Крым на территорию Украины. Марта 2014 год, Харьков, у нас и вела Майдан. Как это я прозевал, не знаю. Ну ладно. Двухсотлетие со дня рождения Шевченко. И митинг против интервенции России. Против введение российских войск в Крым, в Украину. Часов по Киеву. Харьков, 9 марта 2014 год, 200 лет Шевченко, со дня рождения. Митинг в честь этого события и против вторжения российских войск в Крым. Звучит как сценарий какого-то фильма фантастического. Российские войска вторглись на территорию Украины. Но тем не менее. Путин явно возомнил себя великим полководцем. Палками его отсюда и по уровню. Свет. Харьков, 9 марта 2014 год, 200-летие Шевченко, митинг за единую Украину против агрессии российских войск Путина в Крыму. Строй просто, чтобы атмосферу прочувствовать.
И вы сейчас в этом убедитесь. Сейчас перед вами выступит народный артист Украины, театра. Никак не пройти с Российского театра Пушкина Юрий Голодец. Спасибо большое. А вслед за ним его жена, артистка театра, Академического театра Украинского, имени Шевченко, Наталья Головина. Ну, я не знаю, как они там решат, кто из них первый. Просто красота. На всякий случай меня просили этого не говорить, но они, это пара, они решат. Я хочу их, чтобы они, поздравить их с 30-летием их совместной жизни. Так, спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, Раз, два, три, слышно, да? Я хочу обратиться с небольшим вступлением, потому что стихотворение, которое я хочу прочитать сейчас, очень мудрое и очень подходит к сегодняшнему часу. Нам сейчас нужно набраться мужества, спокойствия и терпимости. Стихотворение Киплинга. Владеет собой среди толпы сметенной, тебя клянущий за сметенье всех, весь сам в себя наперекор вселенной, и маловерным отпусти их грех. Пусть час не пробил, жди не уставая, пусть лгут же лжецы, не снисходи до них, умей прощать. И не кажись, прощая, великодушней и мудрей других. Умей мечтать, не став рабом мечтания, и мыслить, мысли не обожествив. Равно встречай успех и поруганье, не забывая, что их голос лжив. Останься тих, когда твое же слово калечит плут, чтоб плавлять голубцов. Когда вся жизнь разрушена и снова, ты должен все воссоздавать со снов. Умей поставить в радостной надежде на карту все, что накопил с трудом, все проиграть и нищим стать, как прежде, и никогда не пожалеть о том. Умей принудить нервы, душу, тело тебе служить, когда в твоей груди уже давно все пусто, все сгорело, и только в боли иди. Останься просто и сердце сгоряй. Будь честен, твоя с тобой, будь прямо тверд с родами и друзьями, пусть все свой час считают с тобой. Наполни смыслом каждое мгновение, часов и дней улови век. Когда ты с ним, ты примешь обладение. Когда, мой сын, ты будешь человек! Мне не красиво. 9 марта, 14 год, Харьков. Митинг в честь 200-летия Тараса, 200-летия со дня рождения Тараса Григорьевича Шевченко и против оккупации Крыма, вторжения в Украину российских вооруженных сил. В 13:40 по Киеву. Thank you.
А там уже у нас областная государственная администрация, которая охраняет от возможных штурмов. Марта, 14-й год, Харьков, и это как бы оппонирующий митинг Евромайдана, который недалеко находится возле памятника Шевченко.